Здравствуйте, меня зовут Екатерина Караваева. Прямо сейчас будем говорить только о хороших новостях. Поделятся ими жители Светлоярского района. У нас сегодня открывается продуктовый магазин. Ну, я сейчас учусь. Вот, на курсах. И для меня это радость. Сегодня в больницу сходил. Без очереди почти прошел. Вчера полдня стоял, не прошел. Это самый мой лучший друг. Да. Да, вот мы встретились, поэтому и гуляем. Приехали ко мне друзья. Не друзья, а родственники. Крестница с мужем. Новость очень хорошая, я очень рада. Зубы залечили. Да, и на сессию сейчас едем. Хорошая, очень хорошая. Дети радуют. Чем? Учатся хорошо. Пенсию прибавили на 10 рублей. Это прям отлично. Гуляю, потому что со мной на репетиции ходит всегда. Вот. Даже дома я оставаться не хочет. Всем привет! И это были все хорошие новости, которыми успели поделиться жители Светлоярского района. Смотрите нас не только в эфире, но и на сайте. До скорых встреч!